Роман, когда-то законодатели мод европейского футбола, а ныне клубы, не попадающие в Еврокубки, действительно пиков Интер. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Интер Милан, когда-то законодатели мод европейского футбола, а ныне клубы, не попадающие в Еврокубки, действительно пиков Интер. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Интер Милан, когда-то законодатели мод европейского футбола, а ныне клубы, не попадающие в Еврокубки, действительно пиков Интер. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Интер Милан, когда-то законодатели мод европейского футбола, а ныне клубы, не попадающие в Еврокубки, действительно пиков Интер. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Интер Милан, когда-то законодатели мод европейского футбола, а ныне клубы, не попадающие в Еврокубки, действительно пиков Интер. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Об этом матче много говорили, и вот он начался. Милан против Интера. Это миланское дерби. Смотрим. Действительно, такие матчи неизменно вызывают повышенный интерес. И сегодня игра должна получиться классной. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Не дают этой атаке развиться. Перишич. Найн Голан.